В 2012 году между Футбольной федерацией, Оргкомитетом 2018 и администрацией города было подписано соглашение о принятии обязательств Сочи по проведению Кубка Федерации и Чемпионата мира по футболу. Все необходимые мероприятия по подготовке к этим двум знаковым спортивным событиям на курорте будут проводиться в течение 3 лет. План всех мероприятий сейчас находится на согласовании в администрации края и в организационном комитете 2018. На организационную составляющую краем выделено около 7 миллиардов рублей. Основная часть финансирование направлено на реконструкцию стадиона. В конце прошлого года инспекторы ФИФА осмотрели фишты, дали ему хорошую оценку. И сейчас для мэрии важно провести подготовку по всем критериям качества. Сегодня очень важно иметь системную дорожную карту. То есть мы должны четко, вовремя все привести в порядок, построить соответствующие новые объекты. Насколько я понимаю, нам еще предстоит построить 3 тренировочных площадки. Нам необходимо сегодня переоборудовать и сделать фан-зону и многие другие вещи. Мне очень важно знать, как идут дела в этом направлении. 9 июня в эту программу были внесены соответствующие изменения, предусматривающие строительство двух тренировочных полей на территории города Сочи, а также одного тренировочного поля, которое будет строить Министерство спорта Российской Федерации. Значит, 2 тренировочных поля у нас находиться будет на Ленина-Гоголя, Ленина 95 в Адлерском районе. И одно тренировочное поле будет находиться в Нижней Мелитинской низменности. Конечно, уже сегодня по поручению правительства мы прорабатываем вопрос о наследии чемпионата мира по футболу. И те 2 тренировочных поля, которые в Адлерском районе, мы, конечно, предлагаем, чтобы остались в собственности муниципального образования. Что касается самой организации подготовки, то в этом году, 13 июля, Сочи встретит аккредитованные средства массовой информации, а 25 июля в Санкт-Петербурге курорт примет участие в предварительной жеребьевке и представит свою экспозицию. В сентябре месяце мы планируем, или в октябре, уже очередной визит ФИФА по подготовке самого стадиона. А по тренировочным площадкам? Площадки должны быть завершены Кубку Конфедерации к 2017 году и переданы для безвозмездного использования ФИФА за месяц до проведения соревнований. В Кубке Конфедерации пройдет 4 матча и не меньшее количество встреч планируется в чемпионате мира по футболу. Следить за соревнованиями болельщики смогут в специально оборудованной фан-зоне. Она будет организована на Южном Малу. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.